хоккейной академии «Авангард» в рамках фестиваля ГДО в школы прошли тестовые испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 20, 23 и 24 января самые маленькие воспитанники академии, более 500 юных хоккеистов, выполняли свои первые нормативы. Тренеры уверены, мальчишки с предложенными испытаниями справятся без особых проблем. Они занимаются у нас уже не первый год, поэтому я думаю, что подготовка у них будет на... Будем надеяться на самом высшем уровне. Сейчас нам покажут, что они у нас умеют, что они у нас могут. Вот. Будем надеяться, что все результаты у нас будут на отлично. Сложно было? Нет. А сейчас что будешь делать? Сейчас отжиматься. Отжиматься любишь? Да. Мне было легко делать пресс и отжимания. А сложно? Сложно было нагибаться и прыгать. Почему? Потому что надо больше тренироваться. У меня самая главная цель – получить золотую медаль. Значок? Да. Для чего нам нужно заниматься физкультурой, как ты считаешь? Ну, чтобы мышцы росли, чтобы ловким быть там, сильным. И хорошо заниматься хоккеем, там, баскетболом, футболом, боксом. Ну, и еще что-нибудь там. Выполнение нормативов «Готов к труду и обороне» прошло в рамках совместного проекта областного Минспорта и хоккейной академии «Авангард». Фестиваль ГТО в школы реализуется в регионе уже третий год. Нами уже более 50 школ прошли непосредственно тестовые испытания. Более 4000 учащихся получили знаки отличия. Так скажем, более, наверное, 1000 человек воспользовались непосредственно выпускники дополнительными баллами при поступлении. И поэтому мы склонны продолжать вот это начинание, непосредственно этот фестиваль. В стенах Академии прошла лишь часть нормативов. Для получения бронзовых, серебряных или золотых знаков отличия юные хоккеисты продолжат испытания на базе Центра тестирования спортивной школы Олимпийского резерва.